Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям любыми путями. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Склонность к крайней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. И сообщает характеру дипломатично, как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Победа обладателя этого имени – это лишь лучшее доказательство гибкости их ума. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в и мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Они равнодушны к деньгам и не ставят богатство своей целью. Однако, если оно попадает к ним в руки, они распоряжаются им с удивительной осторожностью. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. Частые разочарования и страсть к экстриму наделяют владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Обычно носителю этого имени удается реализовать задуманное благодаря своему терпению, трудолюбию и выдержке. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.